Хей, с вами Шимики, и мы будем продолжать проходить игру под названием Outlast. Если быть точнее, это у нас C к основному Outlast. Я не знаю вообще, как меня слышно, не слышно, потому что микрофон сейчас просто на такой стадии уничтожения, в плане того, что я беру сам микрофон, начинаю его расшатывать, дергать, чтобы хотя бы было немножечко меня слышно. Там есть такой промежуточек, там миллиметровый, где есть идеальное вот звучание, да, чтобы было меня слышно и игру, в плане того, что меня вообще хотя бы слышно. То, что так микрофон вообще никаких звуков не сдает. Ну, посмотрим, как будет, до какого момента, ребят, если видео не будет, то это микрофон. Поэтому новая игра, давайте нормально, поехали. Как обычно у нас 10 часов ночи, а я играю в Outlast. Во что можно ж поиграть ночью? В Outlast. Окей, врачи нас куда-то посадили. Откройте эти глаза. Вам можно не просыпаться. Просто откройте глаза. Почему игра не на русском? В чем дело? Кто-то ударил вас? Сюда. Позвольте помочь. Интересно, это пациент? Эндрю, вы позаботитесь об этом сигнале? Я типа здесь занят. Это звук как настоящая беда. В Моргенштейне двигатели. Говорит, что Хоуп усовершенствовал там что-то. Билл Хоуп, черт. Йоната не рады? Нет. Черт. Черт, черт, черт. Ну давай же. Два часа назад. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, но они могут следить. Подожди, это... Это ж первая записка или документ, да, который нам типа прислали? А подожди, мы играем за отправителя, который это типа... Написал этому... Мужику... Репортер? Ну, я как бы не буду... Нужно, чтобы послать email. Кто здесь? Что вы здесь делаете? Так, пробел, присесть. Я надеюсь, что... Блин, понимаете, херня в том, что... В чем плюс русской озвучки? Что мне не нужно будет бежать и читать. А здесь у нас... Как я понимаю... Да, отражения здесь хорошо работают. Парк? Они уже три раза вызвали вас. Там что-то срочно в конце... Все-таки, что ты тут делаешь? Я думал, что ты просто компьютерщик. Вейл Парк, сотрудники 1466, немедленно пройдите в систему контроля магнетического конденсирования. Вейл Парк, придите к системе контроля МК-190. Не так уж и... У нас недостаточно информации, чтобы доверять прогнозам Верки. Пока что, я просто хочу знать, что мы создали что-то иное, нежели блестящее. Короче, я понял, я ни хера читать не буду. Вы Вайлен Парк, не так ли? Почему вы не отвечаете на вызов? Я скажу им, что вы идете. Да, все-таки показывают. А, подожди, а есть там... Документы. Заметьте, это время до катастрофы, то есть когда еще не вышли с...
Рабочий? Ну вообще... Крис, Вейлон, поспешите, они ждут вас. А, Парк, вы реже слишком близко, следующий пациент уже на подходе. Артериальный спин. Здесь оружие. Короче, это походу до того момента, как все произошло вообще. Походу документы я пока что собирать не могу, пока что мы... А, мне нужно сесть. Подожди, может, все-таки тут что-то есть? А, нет, походу... Походу... Парк, наконец-то! Где же вы были? В функциональном интерфейсе изображение не отвечает на Альс. У нас пациенты, которые 30 секунд в отключке, и мы ничего не можем с этим поделать. Я не могу позвонить в камеру, попросить... Нет, мне нужна еще одна оценка, финансовый мистер Парк. Все починит. Мы даже не успеем упомянуть. Да ведь, мистер Парк? Ну, я как понимаю, мы хороший компьютерщик, программист. Мы счастливы, мистер Парк? А, Стив, томография все еще нечеткая. Мы сомневаемся в нашем друге Вейлону Парке. Я считаю это более чем на недружелюбое отношение, так как его опыту программирования все еще с вами приносят. Короче, не буду читать, потому что слишком много текста. Они собираются меня изнасиловать? Эй, успокойся, здесь высоко безопасно, все в порядке, агент. Мистер Прайк порции не ожидал. Я уверен, что он спокойный и полный желания закончить свою работу. Присаживайтесь. Быстрее, мистер Парк. Нужно будет проверить голову, если мониторинг перфензина не будет активирован, тогда они положат в воде двигатели морфогеническое концентрирование. Артериальные... А, ну хорошо. Настраиваем плоскость изображения. Вы закончили, мистер Парк? Можете идти. Не ожидайте ничего, кроме честной оценки вашей работы в моих... у вас есть? Конечно, подождите-ка. Что за... И получили только какие-то данные. Вы здесь закончили, мистер Парк. Спасибо и до свидания. Подожди, в той камере тогда челик сдох. Вам нужно выйти из комнаты, сэр. Окей. Окей. О, кто-то рассказал историю за пределы нашего класса. На пол, вниз! Держите руки, чтобы я их видел. А что по ФПСу? Мистер Вейлор Парк. Контракт на оказание консультации, услуги 8208, инженер-программист, разрушение службы безопасности третьего уровня, закончился отличием университета Беркли, но все еще недостаточно умен, чтобы понять последнее, что муха должна делать в паутине. Ересь. Насколько глуп, что думает, что заимствованный ноутбука Маршалл и Барнетт будет достаточно, чтобы обмануть ведущего мирового поставщика био... Тупица, мистер Парк. Более чем просто тупица. На самом деле, это сумасшествие. Боюсь, что нам придется вас взять на себя, мистер Парк. Вы добры, попросите предупредить заключение. Вы слышали, агент? Он сказал да, мистер Блэр. Прекрасно. Ах, и мне это послышалось, что вы только что сказали, что будут добровольцы, программисты, Маркин. Это то, что я слышал. Это очень храбрые ваши стороны, Вейлор. Корпорация Мерков и непрерывный двигатель прогрессов ценят вашу храбрость и жертву. Может, вы можете назвать мистера Парку легкий анестетик? С удовольствием. Вау.
Знаете, на самом деле холодненький какой-то прием. Интересно, отпустили бы нас на самом деле? Ух ты ж, ё-моё. Я вообще не знаю, где я. Взять камеру. Меня ж не заставит сразу бежать. Так, подожди. У меня батареечек нету. Тап. Заметки. Если я умру... Я облажался. О боже, где я? Наверное, пришли часы. Или даже недели. Мозг набит электричеством. Они заставляли меня смотреть на двигатель морфогенического концентрирования. Мне нужна помощь. Нужно позвать на помощь. А, Лиза, прости меня. Даже если я умру, я знаю, ты найдешь меня. Я знаю, что ты не успокоишься, пока не отыщешь мое тело. Надеюсь, ты найдешь эту камеру вместе с моим телом. Надеюсь, информация сделает то, что я не смог. Так, раскроет всю правду. Лиза, дорогая, я просто... Так, прости меня. Я облажался. Я думал, что делаю все правильно. Но я тупо облажался. Так, я понимаю, что меня не видят здесь. Что это за звуки? Ты ж на меня не нападешь, мы же с тобой вместе пациенты, да? Ладно, я понял. Короче, тогда началась вообще эта вся херня. Мне нужно больше... Нифига в себе. А, ну они с медиками разбавляются. Ты без наблюдателей? Заходи. Подожди, то есть... На меня уже, да, напали? Наш любопытный Том пришел. Присоединитесь к нашему сеансу терапии. Возьмите, возьмите нож. Орешника нашего друга. Покрасите ручку красным. Вместо полезного выражения своего личности. Если держать это в себе слишком долго, можно сделать что-нибудь, о чем потом пожалеешь. Нет, ты один из них.
Слишком хорошо для таких, как мы. Думаешь, мы... Другой? Так. Короче, сейчас, как я понимаю, он здесь главный вообще. И главный враг для нас это является тень. Что ты, блин? Почему он сразу напал на меня? Пипец. Кто? Я вообще даже не ожидал, что на меня сразу нападут. Заходи, мы выберемся через решетки. Если не доберутся сюда вовремя, нам нужна помощь прямо сейчас. Если мы сможем связаться с нашими по радио пациента, мы даже не знаем, что работает ли радио. Это короткая связь, если в тюрьме... Мерка, все под контролем. Ага, я заметил. Нам нужно добраться до этого радио. Ну типа для вас я чисто записываю. Чисто диалоги. Ну, чисто понимаете, я не вижу смысла читать, как я все равно не буду успевать за ними, так как тут сразу несколько диалогов. Я буду только записки читать, да, и все. Радио в тюрьме. Здесь есть радио, в этой тюрьме коротковолновое. Если оно электронное, то я заставлю его заговорить для меня. Есть надежда, Лиза. Я вернусь домой к тебе. Моя ошибка была вероломство, как ты всегда говорила. Я думал, что слить информацию нескольким журналистам будет безопасно. Я не хотел привлекать внимание. Мерков, опасное место, я знаю. Я знаю это. Я считал, что нужно быть незаметным ради тебя, Лиза, ради мальчиков. Каких мальчиков? Но все же нужно было разоблачить Мерков, рассказать всем и вся, что здесь происходит. Я не могу просто умереть. По крайней мере, не раньше, чем доберусь до радио. Теперь они не смогут это скрыть. Вся система рухнула. Здесь слишком опасно. Ну хотя бы по вентиляциям, по факту, никто лазить не может. Это безопасное место. Я ненавижу эту игру. Блин, она... Не страшная, но стрёмная. From a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here. Да, да. Ладно, все равно мы себе тоже путь освободим. Он странный. А тут можно спрятаться. Музыка накаляется.
Где спрятался, ведь так? В смысле? Я спрятался? Как вообще призрак может знать, где он может чувствовать, где я спрятался? Документики. Я думал, тут документиков все-таки нету. Они как-то вылетают, типа. Так, отставка Веллера Парка. Мисс Грант. В ближайшие недели мы можем получить запросы о предоставлении информации от ГДЖ Лизы Парк из Лидвелла, штат Колорадо, касающейся отставки и госпитализации ее мужа, Веллана. Если получите, пожалуйста, перешлите их мне. Мистер Парк. Бывший контракт на оказание консультации услуги 8208 подал в отставку из-за невыявленного ранее психического заболевания. Я лично навестил ЖДГУ Лизу Парк и ее сына и сообщил им эту тяжелую весть. Конечно, успокаивать их тем, что специалисты из компании психиатрических исследований Мерков с радостью предоставили лечение. ГЖ Парк не очень хорошо отзывалась обо мне и корпорации Мерков. Заверил ее, что, воспользовавшись своими полномочиями, она, конечно же, может попытаться выступить в борьбе с докторами диагностирования болезни ее мужа. Однако, если обнаружат, что он ушел в отставку под ложным предлогом, его страховую аннулируют, а она в семьях будет взвалены значительные долги здравоохранения. Надеюсь, она поняла. Но если она все еще будет настаивать на том, чтобы создать неприятности или попытаться обойти меня стороной, пожалуйста, дайте мне знать. Это случай, о котором я хочу позаботиться лично. Ваш Джереми Блар. Вот зараза. Батареечка. Понимаю. Так, если что, здесь ящик спрятаться есть. Если он боится и у него такой вот... Значит, за мной могут побежать. Здесь, как вариант, можно спрятаться, но... Я понимаю, что это не сработает. Так, если что, сюда бежим быстро. Ладно, там мои шаги. А что, если я сюда пошел? Подождите.
Ничего тут нету, ладно. На, здесь какой-то нездоровый псих. Он ест человека. У него есть какие-то пилы. Осторожней, говорит он. Да, это пила. Ладно. Кипит. Я понимаю то, что он за мной побежит. Я это знаю. Он его греет в микроволновке. Подожди, там есть дверь? Но он все равно выберется по-любому. Через окно выберется. Там была дверь, он может через ту выйти. Здравствуйте. Не смотри на нас. Я люблю его. Да, странные челики, которые пожирают сами себя. На кухне каннибалом. Не проси показать мое тело, Лиза. Проси мои... Так... После моей смерти, когда ты закончишь судебный процесс против армии юристов и корпоративных и наемников-убийц мерков, после которого вас можно завладеть этой невидимой записью, а видеозаписью, не заставляй их показывать мое тело, просто похорони или сожги, пусть мои сыновья запомнят меня целиком. Этот человек ест человеческую плоть, он смотрит на меня, и я вижу гнев. Немного желания, но больше всего голод. Пожалуйста, не заставляй их показывать мое тело. Ну это ж, в принципе, первая, да, серия? Мы можем здесь остановиться. Хотя нет, давайте нам нужна контрольная точка. Так, ну вот, короче, контрольная точка. Давайте тогда, думаю, мы с вами на этом и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.